Всем привет! Сегодня без изменений, 21 августа, город Полевской. О, повесил футболку, насквозь вымокла, просто насквозь, вообще вся мокрая. И весь, шорты тоже. Да, ноги тоже, видите, стирать надо будет. Крапива ужалилась. Ужарил себе крапиву. Так, что у нас со сбором? Сбор у нас неплохой. По сортам, если что, у нас разных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вау! Сволочука, смотрите. Да. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сортов. Ну, этот вот красный, желтый, блин. Да он так подсох немножечко. Ничего, пойдет. Так, начинаем обзор. И чтобы потом не перепутаться. Это у нас Кракен Скорпион. Свет мешает. 11 час. Вот они, Кракен Скорпион. Прима X Буч Т. Это вот Нага Морич с этого куста. Но какой-то он не похож на Нага Морич. Это вот, видимо, переопылившийся. Это хабанера. Но, о, слабо острый, сладкий. Это вот шоколадный хабанера. Давай перчика. Это у нас большой хабанера с другого куста. Вот они у него. Типа братья. Это 7 под старт Тверь. Это неизвестный шоколадный сорт. Возможно, тоже дальтонизм. Написано Тринидад Марога Красный из Твери. Пересорт. Это вот оборвались. Хабанера Оранж. Вот это у нас Джавш. Но походу типа как скорпионы. Или опять их перепутали. Блин, очень много сортов. Да. Прима X. Нет. Пудло Скорпион. Светло-зеленые, вот у них такие перчики. Это вот Джавш или Скорпион. Ну, фиг его знает, похож на Скорпион, как бы. Тут другие перчики. Это вот Блининг. Шоколадный. Достаточно ядреный перчик, хоть и маленький. Зараза такой. Так, это вот похоже Скорпион. Где темно-зеленые. О, красота. Это у нас 7 под Бургунди. Нага Морич. Алар F1. Сорт. Это у нас Хабанера Адальберта. Хабанера Лон Красный. Хабанера Мартиники. Бразильский призрачный красный. В
Это 7-Pod Trinidad Dugla. Вот он, 7-Pod Trinidad Dugla. Так, 7-Pod бежевый. Это, так, пока не будем. О, Habanero Jimbo. Мощь. Сколько тут? 10 их штук и 2 маленьких. Это тут Habanero красный. Это халапеньо Numix. Блин, маленькие перчики опять. Вот это джавш шоколадный. Вот оно со всех ракурсов нужно показывать. Вот это Дугла TX. Обычный. Он шоколадного цвета. Это у нас Naga Viper. Да. Прикольные. Да. Почти 1,5 миллиона. Смотрите, уже опять он какая зараза, а? Видите? Что кусает их и кусает. В принципе, да, перца-то много. Надо пакетики несколько разные, чтобы, блин, не перепутались, потому что некоторые формы там похожи. Да. Вот. Есть соблазн, но он маленький. Каролина Рипер Лардж. Все-таки сорвал, не удержался. Может, этот красненький сорвать. Он давно тут висит. Видите? Зеленый. Это зеленый. Видимо, дальтонизм. Да, вот не поливал целую неделю, да, листьев много поскидывал нижних. Да, нормально. Пойдет. Да, с этой стороны перца вообще мало. Очень-очень мало. Вот в глазах вообще жесть. Ну посмотрим. Зеленый, как он зеленый. Он зеленеет потом. Ладно. Сейчас под цветом на второй день повисит. И посмотрим. Уже завтра даже будет видно. Вечер. Это каролинчик. Надо было его взять, попробовать. О! Жопа вообще. Извините за выражение, девушки. Вот такие дела у нас в теплице. Сейчас полил еще. Сначала пролил из помощью насадки распылителя. Вода. Теплая, бабушка говорит, холодная, я говорю, теплое парное молоко. И он каль 8 литров развел, это уже из лейки поливал. 15 грамм, 10 литров. Ну, в принципе, ты первый раз подкормил, еще мочевиной вон подкормлял. Ну, как бы, так-то, в основном, 7 всякими гуминовыми кислотами. Всякие коричневые такие присадочки. Потом борной кислотой. Зависть. Не зависть, а циркон. Цирконом, эпином. Эпином больше, чем цирконом. Да, в принципе, все собрал. Как бы, да. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки.